Коллеги, всем привет! Дмитрий Каждан рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня я представляю вам хвостик от компании Wise Park Professional под номером 106. Вот его ярлык, вот так он выглядит. Вот такое вот замечательное, достаточно длинное рабочее полотно у хвостика. Посмотрите, какое оно достаточно большое. Вот так выглядит обушок. Вот он, видите? Значит, вот так выглядит само рабочее полотно. Значит, по поводу его длины, коллеги, вы не поверите, у него длина 250 миллиметров. Это достаточно самый большой хвост у Wise Park Professional. Значит, цветовые решения у него представлены красный и белый. Карбона, к сожалению, нет. Хотя я бы думал, что вот карбон бы здесь как раз таки и не помешал. Но, к сожалению, Wise Park Professional, Ян Су Парк, почему-то карбон здесь не сделал. Значит, напоминаю, здесь у нас специальный пластик Имиду, который позволяет нам выдерживать температуру 220 градусов. 230 никому бы не рекомендовал бы использовать в работе. Потому что если расплавится, потом не говорите: «Каждан, ты мне продал какую-то ерунду, он расплавился». Поэтому я вам сразу говорю, что только 220 и не больше. Значит, рекомендую использовать при дезинфекции этого хвоста только спрей I Love Pure Life. Это единственный спрей, напоминаю, для дезинфекции всей продукции Wise Park Professional. Никакие лизоформины, лампы, ничего не помогает. Только вот этот спрей. Потому что, работая на выставке уже много лет, ребята подходят, говорят: вот, опустили в лизоформин, под лампу положили, расческа сломалась. Коллеги, к сожалению, это так. Я вас обманывать не буду, поэтому советую вам только покупайте его. Инструкция на русском языке, состав, средства, все здесь написано. Выдерживайте 15 минут, пока расческа высохла, смывать не нужно. Вот. И помните, что здесь у нас достаточно такое микрораспыление, поэтому я думаю, что вам хватит надолго этого спрея. Мне его хватает, как правило, на где-то месяцев 5, бывает даже и 6. Вот. Коллеги, я надеюсь, это видео было вам полезно. Теперь вы знаете, что у Wise Park Professional есть вот такой замечательный, большой, длинный хвостик. Для этого вы поставьте мне, пожалуйста, большой палец вверх, мне будет очень приятно. Если же у вас остались какие-то вопросы ко мне, напишите мне под этим видео свой вопрос, свой умный комментарий, я всегда рад буду вам ответить. Если же что-то я не знаю, я всегда уточню. Ну, в принципе, все. А, да, подпишитесь на канал и мои социальные сети, ссылки будут у них в описании. Спасибо, всех был рад видеть, всем точных стрижек, всем пока!